Hey everyone, so this video will be in Russian, so if you'd like to understand and you don't speak Russian, then turn subtitles on. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду попробовать сделать видео только по-русски, и я объясню, почему и зачем я начал, и также как я выучил русский язык. И много людей спрашивают у меня, почему или зачем тебе русский, например. И я обычно не знал, что сказать, потому что было случайно. я не думал об этом раньше, и я не хотел. Я просто случайно начал и не бросил его. Я объясню. Много лет назад я играл много в игры на компьютере. И я играл в Mass Effect 3, наверное, будет по-русски. Там я встретил русских, и мы стали друзьями. Они говорят по-английски, но не идеально. Но я вообще не понимал. Я вообще не понимал русский. Но несколько не говорили по-русски. И тогда они были там, они говорили только по-русски. И я не понимал ничего. И я хотел понимать, но то, что они говорили, но я не понимал. И в это время я думал, что слишком сложно выучить другой язык. Потому что я пытался в школе. Но я не выучил почти ничего в школе, и я не помню ничего сейчас. Сейчас я знаю это, потому что мне не было очень интересно. Я не сделал достаточно, чтобы выучить язык. Мы только учили грамматику в основном, и это недостаточно. Вначале они сказали, что Я мог бы учить русский язык, и они могут помогать мне. Но я сказал, о, это слишком сложно, нет, я не смогу. Но я не знаю почему, но через, не знаю, 3 месяца я случайно начал, и я просто заинтересовался. Может быть, только потому что я хотел понимать то, что они говорили. Но я начал учить этот язык, и я начал слушать подкаст, называется Russian Made Easy, и это простой подкаст. Если вы не знаете, что такое подкаст, это от слова в английском pod и cast, это от слова iPod. И cast отправлять, наверное, и просто значит аудио, и люди разговаривают и можешь слушать. И от этого подкаста я выучил немного о падежах, и фразы как «Привет», «Как дела», «Меня зовут», очень простые вещи. Но в это время я не мог читать, потому что я только слушал подкаст. И через месяц я думал, да, мне нужно читать. Я не могу только слушать. И поэтому я начал учить алфавит. Много людей думают, что учить другой алфавит слишком сложно. Но это не так, это по-разному. Например, русский алфавит не очень сложный, потому что проблема не состоится в том, что это другой алфавит, но это проблема в правилах произношения. Но здесь нет проблемы почти в русском. Иногда это сложно, но в основном это не сложно. Например, буква О, это может быть проблема, потому что читается как А иногда, когда не под ударением,
например, достаточно, это не достаточно. Но кроме этого, это не сложно и читается, как пишется. И с другими языками это может быть другое. Например, китайский. Это гораздо сложнее читать на китайском, например. Но русский это не, в русском не, это не сложно. Вначале я думал, что русский сложный, но простой. Потому что есть много фраз, простых фраз в русском, которые очень простые. Например, вы не говорите «есть» в прошедшем. Например, в английском «I am a man», «I am English», например. Но в русском нет такого. «Я англичанин», «Я мужчина» и все. Нет «я есть» и «я есть не». Это очень простой. И нет артиклей и так далее. Поэтому иногда очень простой, но иногда очень сложный. Например, прилагательные, они очень сложные. Потому что это меняется по родам и падежам. До того, как я начал учить другие языки, я почти не читал книги. Я не знаю почему. Я слышал, что очень полезно читать книги, чтобы выучить другой язык. И поэтому я начал читать книги. Но я не знал, что читать, и русские книги обычно слишком сложные. Поэтому я начал читать Гарри Поттера по-русски. И многие людей думают, что это только для это для детей только. Это не совсем правда, потому что, может быть, первые две книги, да, но потом много людей умирают, и есть война, и темные темы. Но в это время я не хорошо знал русский, и я просто хотел читать простые книги, которые мне достаточно интересные, и которые я мог понимать. Потому что я попробовал читать «Мастер и Маргариту», но было ужасно. Не книга, но я не мог понимать ничего, потому что это слишком сложно. Это было потому, что я не знал достаточно слов, но также потому, что это сложная книга. Речь идет о дьяволе, и о большой кошке, и про Иисуса. Книга очень странная, и сюжет непростой. И когда я не понимал, что происходит, я думал, это потому что я не знал достаточно слов, или это потому что сюжет такой, и я пойму потом. Я не знаю. Но в это время для меня Гарри Поттер был идеально, потому что эти книги были написаны простым языком. И это то, что мне было нужно. И я не только читал эти книги, потому что есть аудиокнига, и я мог слушать и читать одновременно. И это очень полезно, потому что я могу учить произношение и слова одновременно. Это очень полезно. Я не только читал книги, чтобы выучить русский. Я также, но я нашел сайт «Эхо Москвы». Когда-нибудь кто-то спросил, почему я слушал этот подкаст, я сказал, это потому что есть текст, я могу читать. Например, когда я ходил куда-то, я слушал подкаст, даже если я не понимал, вначале я не понимал ничего, это чтобы привыкнуть. И когда я пришел домой, я читал этот текст, и чтобы понимать то, что я не понимал. И это очень полезно. И обычно, когда есть, не знаю,
подкаст о политике нет текста. И если вы не понимаете, вы не можете читать ничего. И после 6 месяцев я пытался разговаривать по-русски, и было ужасно. В это время я не думаю, что я был готов. Но всегда сложно начать говорить, потому что, чтобы говорить хорошо, тебе нужно говорить очень много, очень много. И вначале всегда сложно. Я разговаривал с носителем в Скайпе, и в основном я разговаривал по-английски, потому что я не знал, как сказать много. И также я очень стеснительный человек, даже если у меня ютубный канал. После этого разговора я не разговаривал 2 месяца, я думаю, потому что я не мог говорить очень хорошо. И потом я начал разговаривать больше, и после 9 месяцев я мог говорить достаточно хорошо. И, конечно, я продолжал, я разговаривал много, я читал много книг, я посмотрел много сериалов. Но я думаю, что я уже поговорил слишком сейчас, поэтому я закончу этот видео. Надеюсь, что я не сделал много ошибок, и надеюсь, что вам было интересно, и спасибо за просмотр.